мы должны четко понять, что без революции всю эту шоблу снести невозможно. Поэтому обращаюсь ко всем депутатам парламента, перестаньте шутить, дразнить людей, ребят. Ну, иначе вот эту преамбулу... Вы берете на себя ответственность? Я же возьму ответственность. Нет, я буду сидеть из камышей и говорить, что нет, это не я, это Вася с Петей. Конечно, это нужно брать на себя ответственность, выходить людям, говорить честно, а не пытаться... Либо ты имитируешь борьбу, либо ты должен это реализовать. Вот и все, понимаете? Да, до сих пор были морозы, была проблема, были неудачные попытки. Но сегодня, если мы хотим, чтобы в этой стране что-то изменилось, мы должны быть готовы к жестким... Я понимаю, что вы ничего, кроме даже не просто протестов, а революции, вы другого варианта не видите. Если понадобится, это народное движение возглавлю. Я считаю, вообще должна стоять сцена у парламента, где все политические партии, общественные деятели, вот знаете, чтобы не было ведущих, так, пускаем только этих, вот люди могли выйти и высказать все, что они про них думают. И то, что я это готов в этом полностью участвовать, я уже как бы об этом говорю, да. И поверьте, что это приведет к тому, что я с этой же сцены перед парламентом зачитаю преамбулу резолюции ООН о правах человека, где народ имеет право на восстание. Ребят, вы нас довели, а теперь ценец панталоне. Все очень просто.